Мне бы твою решительность, то я бы горы свернул. А мне бы твои деньги, так мне бы с дивана и краном мне поднять. Когда иду в гости, я каждый раз оставляю около кровати стакан воды и аспирин. Проблема только в том, что я ни разу не просыпался дома. Что за соревнования? Догони барана на лошади. В чем сложность? А вы пробовали пешком в доспехах догнать барана на лошади? Баран на лошади – это очень шустрый зверь. У тебя бывает когда-нибудь ощущение, что тебя все бесит? А у тебя когда-нибудь бывают другие ощущения? Во время премьеры в Большом театре в переднем ряду сидят два миллиардера. Вдруг подходит какой-то мужик и говорит: «А ну, брысь, шпана!» Те проворно уходят. Сидящие во втором ряду прошептали про себя. Один говорит: «А кто это был?» Второй говорит: «Триллионер!» «Забыл это слово! Кем я буду для твоих родителей, если женюсь на тебе?» «Да, блин, спасителем!» Люди забыли, что такое благодарность. Увидел, как мужик уронил слуховой аппарат. Я ему сказал: «Мужчина, вы уронили». Он даже не повернулся. У одного американского композитора есть произведение, где 4 минуты 33 секунды идет тишина. Мне нравится, когда жена мне исполняет это произведение. Ты на что смотришь, когда первый раз встречаешься с девушкой? Первые 15 минут на часы. А потом иногда такое приходит, что глаз не могу оторвать от часов. Меня Зарина зовут. Можно Зоря, Зорка? Такое у меня имя редкое. Но почему же редкое? У меня в деревне у бабушки половину коров так зовут. Дорогой, а курицу почему не кушаешь? Не хочу жрать твоих сородичей. Ну ладно, завтра приготовлю поросенка. Русские жили еще во время динозавров. Доказательство тому – образ Змея Горыныча, принесенный из покон веков. А почему же у него тогда 3 головы? Это означает, что они тогда еще бухали, причем не слабо. Дед Петруха зашел в офис своему другу Вовочке и спрашивает: «О, крутая кружка, из необожженной глины?» Вовочка говорит: «Да нет, просто не мыл давно». Если видео вам понравилось, прошу делиться в социальных сетях, подписываться на канал.